Но я вас приглашаю главного судью соревнования, мастера спорта международного класса Наговицына Дмитрия и представителей судейской коллегии. Ну, представители, Николай Николаевич, видите вы. Давайте поприветствуем, друзья мои, коллеги. Они столько дней работали здесь. Много дней работали, трудились. И вот сегодня этот приятный, торжественный момент закрытия. Для торжественного слова и закрытия первенства на подиум приглашается председатель Государственного совета Республики Коми, почетный президент Федерации по тяжелой атлетике Республики Коми, Усачев Сергей Анатольевич. Также приглашаем генерального секретаря Федерации по тяжелой атлетике России Василенко Дмитрия Викторовича. И на подиум приглашается исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Республики Коми Суворкина Светлана Юрьевна. Слово предоставляется Косачеву Сергею Анатольевичу. Пожалуйста, Сергей Анатольевич. Добрый день всем присутствующим в зале. Заканчивается наше замечательное первенство. Эти дни были достаточно напряженными для спортсменов, для судей, для тренерского штаба, ну и для зрителей, конечно. Я думаю, те, кто побывал здесь в качестве зрителей, убедились, что тяжелая атлетика – это очень зрелищный вид спорта, захватывающий, интересный. На первенстве в Сыктывкаре, как уже сказали, показаны были очень хорошие результаты. Поэтому считаю, что цель достигнута, праздник спорта удался. Наша главная задача – сделать так, чтобы спорт в России был номером один. Это и здоровый образ жизни, это и здоровое поколение, это и готовность к самым масштабным задачам. Все и в этом смысле все, что было запланировано здесь, выполнено. Всех поздравляю с этим великолепным спортивным праздником и желаю всем здоровья, благополучия и, конечно же, побед. Побед в будущем. Спасибо большое. Слово представляется Суворкиной Светлане Юрьевне. От имени главы Республики Коми Владимира Петровича Лука я в первую очередь выражаю вам признательность за то, что вы приехали в нашу любимую Республику Коми, а Федерация тяжелой атлетики России совместно с Спортом России. Благодарность за доверие, которое оказали нашему региону, когда решили провести столь значимое соревнование именно у нас. Я хочу пожелать вам всем дальнейших побед, чтобы ваши спортсмены и ваша судейская карьера развивались только вперед, и очень надеюсь, что не только первенство России и не в последний раз проведет Республики Коми, уже сегодня говорим о том, что мы мечтаем проводить соревнования подобного уровня на своей базе, это школа Олимпийского резерва, снова и снова, и снова и снова. Мы будем ждать вас в гости. Спасибо. Право закрыть первенство России. Виноградинский корпус предоставляется Генеральному секретарю Федерации по тяжелой атлетике России Василенко Дмитрию Викторовичу. Уважаемые коллеги, даже, к сожалению, наше первенство подошло к концу. Здесь были показаны хорошие, отличные результаты, что станет заделом для заочной битвы с спортсменами сборной России на играх «Бридж», которые стартуют через несколько дней. Мне хочется выразить слова благодарности тренерам, которые готовили, вынашивали этот труд долгие годы и могли показать хорошие, достойные результаты на этом помосте их спортсмены. Я выражаю благодарность всем волонтерам, которые окутали нас заботой, которые помогали в организации проведения данного первенства. И, конечно же, нашему судейскому корпусу, который честно, беспристрастно судил эти соревнования. И я надеюсь, что не осталось
обиженных на их решение спортсменов и тренеров. И для вручения грамот мы приглашаем следующих судей. Грамота Федерации тяжелой атлетики России за отличное судейство Теннисного России в городе Сыктывкаре. Награждается Олег Кивеев, спортивный судья российской категории «Город Курск». Эли Кунаев, город Ростык, спортивный судья российской категории, заслуженный работник физической культуры Чеченской Республики. Оксана Рябикова, город Димитровград, Ульяновская область, спортивный судья российской категории. Ольга Обрезкова, город Сагитабак, Республика Башкирия. Павел Каплин, город Курск. Павел Каплин. Михаил Шумаев, город Барнаул, спортивный судья Российской Федерации. Александр Мазницын, столица Кущевская, Краснодарский край, спортивный судья российской категории. Вот, 5000 получил, и думаю, что уже ушел. Вместе. Илья Полозов, город Ессентуки, Ставропольский край, спортивный судья российской категории. Ирина Кучина, город Жигулев, спортивный судья российской категории. Юсуп Настуев, город Нальчик, спортивный судья российской категории. Андрей Мургин, город Липецк, спортивный судья российской категории. Фролов, город Сыктывкар, спортивный судья первой категории. Александра Курнева, солдатская атаха, Ульяновская область, спортивный судья первой категории. В лице президента Федерации тяжелой атлетики Республики Коми. Сергей Анатольевич, вам прежде всего. Разрешите, коллеги? Давайте. Благодарность Федерации тяжелой атлетики России. Президент Федерации тяжелой атлетики Республики Коми. Усачеву Сергею Анатольевичу. Заслуженному работнику физической культуры России Василенко Николаю Николаевичу.
директору спортивной школы Олимпийского резерва номер 2, город Сыктывкар, Николаю Дмитриевичу Назарову. Президенту Коми региональной культурно-спортивной общественной организации Олимпийского совета Республики Коми Николаю Александровичу Гордееву. А также еще, естественно, министра спорта Светлану Юрьевну вас тоже благодарим за вклад огромный, за то, что мы можем здесь гостеприимно и с большой теплотой себя чувствовать. Спасибо большое. Главному секретарю соревнований Андрею Сергеевичу Лилейко. Дамы и господа, звучат гимны Российской Федерации и Республики Коми. Thank you.
торжественное мероприятие, мы бы хотели музыкальным подарком. Музыкальным подарком для вас, дорогие гости, зрители, для вас, да? Можно здесь остаться, да, пожалуйста. Для вас поет солист государственного ансамбля песни и танцы Республики Коми Асинга Илья Питков. Сергей Анатольевич, судейский корпус, там, Павел Владимирович.